Всем приветики. Купила себе такую чашку крутую, большую, огромную. Она вся такая красивая. И прям вообще, если ее взять, она вот такая прямо огромная, вся такая вот. И классно, что она от цвета аж зажигается. Он какой кантик белый стал. Она как будто бы светится, такой вот белый. Она на самом деле выглядит вот так вот, она такая черненькая. Но от вспышки телефона она аж загорается, вся такая белая становится по краям, вообще класс. Она так смотрится круто вообще. И в нее, когда воду наливаешь, из-за того, что когда, ну, она от цвета вот так и зажигается, вот это вот белое от цвета, и когда воду наливаешь, а вода же она аж как бы отблескивает, и вся вода такая смотрится, вот как, я не знаю, как будто кристально чистая, вообще круто смотрится. А без вспышки сейчас даже покажу, как она выглядит. Вот так вот она выглядит без вспышки. Она просто как бы просто черная. Ну, не черная, но такая. Особо не светится. Сейчас убираю, включаю вспышку. И вот она загорелась. Смотришь сюда, она такая вся беленькая. Вообще класс. Такая вот кружечка купил себе, такую огромную. А чтобы теперь не пить с банки просто. Обычно я с банки пью, вот у меня там водичка даже какая-то есть. И она даже больше, больше, чем эта банка, вот если взять. Она вообще огромная. Если сравнить, она просто огромная. В нее даже эта банка залезет. Если вот поставить, то... О! В нее даже эта банка залазит. Ну, примерно, но они одинаковые на самом деле. А, здесь пол-литра 500 миллилитров, и здесь 500 миллилитров. Просто это ввысь, а это вширь идет. То есть такая кружечка огромная. Но выглядит на самом деле реально огромной. То есть если вот поставить, она реально огромная выглядит. Вот. А вот то, о чем я вам говорил. Сейчас я налил сюда воду. И вы посмотрите, как она светится. Ну, получается, свет падает на чашку, а чашка как-то так все отражает, что прямо аж вся вода светится. И в итоге ты смотришь на нее, и вода как будто бы такая, я не знаю, как будто кристально чистая, такая красивая-красивая становится. Прямо аж, ну, когда здесь не было воды, видно было через стенки, что делается там. И, ну, то есть, светилось только вот это вот край. И немножко... А стенки были прозрачные. А теперь и вся вода засветилась. Вместе с краями вся вода засветилась. Это вообще круто. Она так красиво смотрится. Такая прям... Вот прям такая... Вау! Она такими синими, такими цветами белыми. Она вообще такая классная чашка, блин. Класс. Я откупил. Мне аж самому нравится. Такая приятная. Ну и плюс сюда теперь много войдет воды или там чая. То есть вообще класс. В первую очередь я покупал из-за того, что она большая, то есть много чая можно налить за раз. А во вторую очередь... А теперь замечаю, что в ней вода стала выглядеть красиво. Вот такая вот чашечка классная. Ну вообще приятная чашка. И вода в ней так вот, на самом деле, красиво и выглядит так вот. Ну, камера не сильно передает, но в реале смотришь на нее, и вода как будто бы такая вот, ну, очень такая, типа, прозрачная, кристальная вообще. Классно смотрится. Вот. Как-то так она выглядит. Круто, в общем. Ну, а на этом все. Всем покедова.